Пихемском районе спасателями службы ГОЧС было найдено тело пропавшего. По заявлению жителя Пихемского района, 1 октября во время сенокосных работ костру к месту установленного сбора не прибыл 74-летний житель района. Со 2 по 5 октября силами волонтеров из числа родственников односельчан совместно с сотрудниками полиции проводились поисковые работы, которые положительных результатов не дали. 5 октября в Пихемский район для проведения поисково-спасательных работ выехала оперативная группа спасателей службы ГОЧС Тувы. 6 октября в ходе обследования болотистой местности в 800 метрах от костра среди болотных кустарников спасателями был обнаружен труп пропавшего гражданина, который был передан работникам правоохранительных органов.